Жюри международного фестиваля кукольных театров «Перекресток» отдало гран-при петербургскому спектаклю «Девочка со спичками». Всю прошлую неделю новосибирская публика знакомилась с лучшими кукольными постановками со всей страны. Финальным аккордом стал спектакль «Я, Сергей Образцов». В роли основателя знаменитого театра «Кукол» предстает его реальный родственник, звезда театра и кино Евгений Цыганов. Вместе с другими актерами он с помощью кукол рассказывает увлекательные истории, собранные по рисункам и воспоминаниям Образцова. Декорации на сцене «Красного факела» монтировали уже перед самым финалом фестиваля кукольных театров «Перекресток». Увлекательные истории из жизни выдающегося артиста, директора Московского театра кукол Сергея Образцова, рассказывает Евгений Цыганов. Я видел царя. Да. Первый раз я его видел в портрете в парикмахерской, где меня стыдно нет. А второй раз я видел уже живьем. Перед глазами весь 20 век. Десятки кукол создают повествование. На сцене самое важное из жизни Сергея Образцова. Вот первая подаренная матерью кукла Бибабошка. С нее начинается творческий путь. Бибабошка все умел делать. Он и страницы книжек переворачивал, и на рояле чижик и пышек играл. Летит уже голубочки, знаем Евгения Цыганова давно, еще со времен фильма «Питер ФМ». Очень интересно наблюдать за его трансформацией как актера и очень интересно посмотреть, как он будет взаимодействовать с куклами. Вот, посмотреть его в новом плане. Звезда театра, кино, сериалов Цыганов с куклами работал только в ВУЗе. И вот нашел себя в этом ансамбле спустя годы. Я смотрел и понимал, насколько просто вот статичное достаточно лицо и статичная рука от того, как вот они вот вместе живут, насколько это действительно живое, насколько в этом есть и эмоция, и какая-то и глубина, и это завораживает. Это, ну, то есть ты туда как бы вот, ты, ну, начинаешь в этом видеть что-то там, движение души, да, хотя, казалось бы, ее там нет. Евгений Цыганов – родственник Сергея Образцова, играет его на сцене. А рисунки, заметки, воспоминания, архивные видео по крупицам собирала внучка знаменитого артиста. Она написала и поставила пьесу. Он так кладет, вернее, берет очки из кармана и также кладет руку назад в карман. Это просто дедушкины жесты. И многие, кто знал Сергея Владимировича, приходили в театр и говорили, что это просто реинкарнация. Мне даже страшно от этого было. В каждом спектакле Евгений Цыганов добавляет акценты, точное слово, интонации по своим воспоминаниям Сергея Образцова. И перед зрителем разворачивается личная история, переплетенная с историей страны и творчеством великого артиста. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.